Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как сплести вот такой вот самый-самый простой браслет. Плести я его буду на двух столбиках станка. Использую три цвета. Итак, начнем. Берем первую резиночку, одеваем на первый столбик. Переворачиваем восьмеркой, опускаем. Берем следующий цвет, одеваем просто на два столбика и снимаем нижний ряд. Берем следующую резинку, одеваем на столбики и снимаем нижний ряд. И в дальнейшем все резинки будем одевать, не перекручивая. Берем следующий цвет, снимаем нижний ряд, опускаем. Берем следующий цвет, снимаем нижний ряд, опускаем. Одеваем следующую резинку, снимаем. Так у нас вырисовывается узор. Итак, продолжаем до нужной длины. Итак, я сплела браслет нужной мне длины. Теперь нужно одеть застежку. Берем с первого столбика, снимаем резиночку, одеваем на второй столбик, берем клипсу, продеваем через две резиночки, снимаем и соединяем два конца браслета. Для этого я одену конец на столбик и также продену клипсу. Вот такой вот браслет у нас получился. Заходите на наш канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, следите за обновлениями.